Перед нами Nissan Juke. Данный автомобиль мы установили магнитолу Connect 2. Данные магнитолы шли в Жуках и в новых Тиидах. Многие владельцы при покупке данной магнитолы с расчетом на то, что сами поставят, могут столкнуться с такими проблемами. Не работает подсветка, не включается камера заднего вида, не работает микрофон, не работает USB и AUX. С данными проблемами мы очень крепко знакомы. Все проблемы исправим. Если у вас возникнут какие-то вопросы, вы сможете к нам позвонить. Что из сделанного можем вам показать? Подсветку мы сделали, все кнопки полностью работают. Если у вас не работает камера заднего вида, мы ее тоже сделали. Полоски убираются через эту кнопку. Установили камеру переднего вида. Включается она с кнопки, вывести можем куда угодно. Камера переднего вида включилась, и самое что удобно, при включении задней передачи включается задняя камера. При включении на D-передачу включается передняя камера. При парковке это будет вам очень удобно. И, соответственно, флешка. Музыка у нас, если будет видно, там звук пошел. Пожалуйста. Также при подключении AUX вы также сможете послушать музыку с телефона. Работу выполняла компания xanavi.ru, Санкт-Петербург. Спасибо за внимание.